есть машина, без которой не может обойтись ни один молочный завод. Эта машина очищает молоко, отделяет от него сливки. Речь идет о сепараторе. Существуют различные сепараторы. Все они довольно громоздки из-за многоступенчатого привода. От электродвигателя через винтовую передачу вращение передается на вертикальный вал, где установлен рабочий орган машины – барабан. Но вот иная конструкция. Барабан стал ротором электродвигателя. Такой бесприводной сепаратор гораздо проще, долговечнее и надежнее. Применение токов высокой частоты значительно повышает скорость вращения. Это позволяет уменьшить размеры сепаратора и увеличить его производительность. Разработанный учеными Московского технологического института мясной и молочной промышленности, механизмы на бесприводной основе успешно проходят испытания.